Всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить макароны по-флотски. Пока мы будем их готовить, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал, ставьте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее наше видео. Итак, пробежимся по ингредиентам. Взял 0,5 кг макарон, 600 грамм свиного фарша, подсолнечное масло, соль, перец, томатная паста, 2 средних луковицы и маринованные огурцы. Итак, начнем. Так, берем лук, нарезаем его на кубики. Далее нарезаем огурцы. Итак, все ингредиенты у нас готовы. Заряжаем наш казан и начинаем готовить. Итак, ставим наш казан. Добавляем 70 грамм масла. Обязательно распределяем наше масло по стенкам казана. Так, проверяем, нагрелось ли наше масло. Бомба. И отправляем сюда же наш фарш. Обязательно помешиваем наш фарш, чтобы он не взялся большими комками. Вот так его делим, разрезаем, чтобы он был более мелкий. Мясо поджарили буквально 4 минутки. Теперь сюда отправляем лук. Обязательно посолили. И добавили перца. Теперь добавляем томатную пасту, у нас 3 столовых ложки. Пасту мы немножко сейчас поджарим. Обязательно смотрите на то, что у нас сейчас максимальный огонь. Все это готовится на максимальном огне. Нужен большой жар. Теперь добавляем воду, желательно теплую, чтобы казан сильно не остывал. И теперь все это минут 5-7 еще тушим. Теперь добавляем сюда макароны. Можно будет добавить еще немножко воды, чтобы покрыть все макароны с водой. Теперь отправляем все это под крышечку. Так, минут 7 прошло, убираем крышку. Все это дело перемешиваем. Нужно нам еще раз посолить. Добавляем огурчики. Так. Снимаем наши макароны, даем немножко постоять. Вот такие макароны у нас получились. Сейчас идем ужинать. Всем приятного аппетита!